И всем привет, ребята, с вами Гекуя, и сегодня я хочу с вами вместе испытать, ну то есть собрать на трех, нет, даже не на трех, ну короче, собрать на всех, на всевозможных сборках Фьюри, которые вот у меня есть. Ну что же, первая наша сборочка. Давайте начнем, наверное, с самой простенькой сборки. Это фура на трех неншернах. Сейчас посмотрим, как она себя ведет в боях на трех неншернах. И далее посмотрим Кангдай. То есть, для начала. Для начала ищем с вами Неншорн. Третий уровень у меня, я их не качаю. Сейчас мы одеваем Неншорны на фуру. Плюс Неншорна в том, что они хоть и мало дамага наносят, зато быстро перезаряжаются. По-моему, секунд 10. Ну, по-моему, может 12, я хз. Итак, сейчас же мы с вами попробуем Фьюри на Неншернах. Вот я уже ходил. Можно начинать бой. Так, все, мы одели, теперь можно начинать бой. Пусть это будет смертельная битва, будет удобнее играть. Вот. Превосходство тоже нормально. Для начала давайте берем Кумихо. То есть Фьюри у нас пойдет самым последним роботом. Ну, может, да, наверное, после Кумихо Фьюри пойдет у нас. В этом захватывай. Сейчас главное захватить средний маяк. Так, а вот здесь вот у нас уже начинается борьба. Так, все. Нет у нас здесь никакой борьбы. Все стало хорошо. Ну, то есть сейчас будет борьба. Пока что не наблюдается. Но сейчас еще как будет. Все, начинаем. Начинаем, начинаем, начинаем. Здесь залили одного робота. Начинаем вылазить отсюда вот потихоньку. Так, шугать орками. Хаба-хаба 52. На данный момент не шугаю его сейчас. Так. Отлично. Ну все, вы тут, короче, идите, не полетите здесь. Что-нибудь делайте, а я уж как-нибудь сам маяк защищу. Так, здесь нужно по минимуму стараться, чтобы наносили дамага. Точнее, по максимуму стараться, чтобы наносили дамага. Потому что нужно маяк удерживать, но я его не удержу. Ну чё, погнали, возьмем Фьюри на наншернах. Они мне третьего уровня, так что. Так, ну знаете, вообще там 8 этих 8 сек перезаряжаются, а наншернах наншерн очень даже хорош. 3 наншерна нормально так снимают, я вам скажу. Очень даже нормально снимают. Сейчас мы можем, кстати, затащить. Но мне наверное, не очень нравится. Так. Ну пусть он там затащил. Кстати, Ханю там сборочка. Кстати, вот такая сборка у нас будет тоже. Вот как у него сейчас сборка у нас тоже будет. У нас сегодня много сборок будет.
Очень много сборок сегодня будет. Ну, короче, все возможно, которые вот можно составить с Фьюри. Сейчас возьмем его на цели, попробуем как-нибудь его атаковать. Потихонечку, полигонечку. Так, ну, по Лео, конечно, дамаг с Наншерна вообще он его воспринимает, то есть он его вообще не игнорирует. Точнее, он его игнорирует наоборот. Вот. Вообще абсолютно игнорирует. Но Грифон уже как-то получше, я не знаю. Вообще желательно заливать сразу со всех пушек, чтобы удобно было. Далее, после Наншерна, сейчас попробуем на Кангдаях. Но мы сегодня не все сборки будем тестить. Мы сегодня затестим только сборки с одинаковыми оружиями. Сегодня не будет темпеста у нас. У нас сегодня будет вот Наншерна, дальше Кангдай, и далее посмотрим, что у нас будет. Далее будет еще две сборочки. Да, две сборочки еще будет. То есть можно будет одеть. Так. Ну, пока что нормально, так-то ХП сношу. Вот. Ну, мы, конечно, я хз. Так, мне бы вот сейчас хоть одного робота уничтожить. Вот мне что надо. Я потому что ни одного робота не уничтожил. Мне ведь лигу сливать нельзя, я сейчас в бриллиантах третьих нахожусь. Кстати, я в бриллиантовую третью перешел. Вот. И надеюсь, в этом сезоне, ну не сезон, ну вот, это, грубо говоря, сезон, будет у меня, ну, с 4 поставок у меня будет, и плюс я еще иногда буду получать по 20 поставок. Вот. Получается 4 поставки умножить на 24, это получается около чуть больше 90. Вот. Чуть больше 9-десятков. Дальше. Дальше там у нас, если 20 поставок, то это уж получается тогда. Так, 20 поставок умножить на 24 ключа. Это получается. Но это 480. 480 ключей. Вот. Ну, так себе я, конечно, скажу. Блин, что не попадает-то? Я все не врубаюсь. У нас там хоть кто? Да ёка-макарёка-то. По-другому выразился бы сейчас, но. Да ёб твою мать-то! Чё за херобора происходит? Да почему я попасть по нему не могу? Блин, долбанный этот. А, все уже не. Так. Ну, тут считай, мы выиграли уже. Да, считай, мы тут выиграли, потому что у меня только второй робот. Вот. Мне еще далеко. Так, отлично, супер просто. Начинаем потихоньку заливать вот этого вот грифончика нашего. Прям потихонечку-потихонечку. У него там орки, по-моему. Поэтому он уже на меня нацелился. Прям уже это идет. Он, кстати, меня сейчас может завалить. И вот этого я боюсь. А, меня Зевса вообще завалили. Окей, значит, ту сборочку мы попробовали.
Да? Все, одну мы попробовали. Сейчас будем пробовать вторую сборочку. Все, наконец-то хоть один килл сделал. Маяки надо срочно сейчас хватать. Этот маяк надо хватать. Иначе жопа будет. Надо срочно маяк хватать. Так, отлично. Маяк хватаем. И уничтожаем. Так. Давай пали по нему. Иди быстрее за маяком. Быстрее за маяком иди. Так, не знаю, выпрыгивать сейчас, не выпрыгивать. Булька, булька. А, похер, выпрыгну. Залью с аркану сколько смогу. Далее перейдем на Ланса. Там уже решим. Да, все, считай, не просрали. А, нет, если мы, конечно, сейчас Фьюджин не всрет, вон, ну, он тот игрок. Все, он всрал, и мы тоже, естественно, всрали. Так, блин. Еще один разочек. А, нет, они всрали, да, они по-любому всрали. Либо сейчас. Да, они всрали однозначно. И время поджимает, и маяки поджимают, то есть все. Все, победа. Победа. Просто победа. Ну, вообще, вот когда мы все вот эти вот ролики пройдут со сборками вот этого Фьюри, я обратно поставлю ее на ту сборку, которая была у меня, ну, у меня была три Зевса. Но может быть, я и поменяю сборку, потому что мне сейчас первая сборочка с нашими третьего уровня, с нашими третьего уровня очень даже понравилась. Я сейчас поменяю слоты и продолжим. Ну все, как видно, вот вооружение второе на Фьюри и погнали в бой. Сейчас мы протестим эту сборочку и, возможно, я буду на этой сборочке иногда играть. Так, первый робот у нас идет Фьюри. Здесь. Трибучет. Седьмого, шестого и первого уровня. Или восьмого. И седьмого, и первого. А я хз, короче. Погнали. Трибучеты полностью наполнились. Вот. Благодаря тому, что у меня есть три, не два, а три трибучета, считай, я на изи завалю робота. Я не до конца наполнил, надо было до конца наполнять. Там он Фьюри на Зевсах, заодно будем брать с нее пример и смотреть. То есть пример с нее брать я не буду, потому что я и так уже знаю, как на Фьюри играть на Зевсах. Я буду смотреть. Так, в среднем дамаг мы вместе с Буржаном нанесли хороший вместе. Один разочек. Ну, а так. Ну да, считай. Вынесли с ним вместе одного робота. Там он на Зевсах, я на. Ну, не знаю насчет требухи. Она что-то не очень заходит, мне кажется. Вот. Но она не зайдет, она не зайдет. Это 100 пудов.
Она не зайдет, а зайдет лучше. Зайдет лучше другое вооружение по типу чего? Зайдет вооружение по типу Зевса, да, того же самого Темпеста. Сейчас, после данной сборки, на Фьюри мы будем тестить еще одну сборку на Фьюри. Она будет... Ну, эта сборка будет состоять из этих... С чего она будет состоять-то? Эта сборка будет состоять из... этих... Зенитов, вот. Эта сборочка будет состоять из зенитов. Мы посмотрим, мы проверим. У нас будет все замечательно, надеюсь, с этой сборочкой. Но нет, все же мне тоже кажется, что она не зайдет. Но для любителей, ну вот. Зенит — это только название у нее такое. Но есть еще зенитное оружие, настоящее, которое применяли в войнах Второй мировой и во всех. Вот все, что вот у нас сейчас войны идут, вот, они вот, везде применяются какие-то противовоздушная техника. Какая-то применяется. Это может быть не машина, не грузовики какие-нибудь. Это могут быть обычные какие-нибудь зенитные установки. Почему бы и нет? Так, все, всех роботов я всрал. Ну, я там хз, мы, наверное, просрем. Ну и пофигу. Главное сейчас проверить еще одну сборочку. И после того, как я соберу еще одну сборочку, я вернусь. Ну все, погнали в еще один бой, случайный режим. Я собрал еще одну сборочку, и сейчас мы ее протестим. Тоже смертельная битва и очень хорошая карта. Очень хорошая карта. Ну что ж, погнали тестить нашу фуру на этих, на зенитах. Погнали, будем тестить на первом роботе. Заливаем мы жестко. Да, заходит зенит. Я думаю, да, зайдет зенит у нас. Очень зайдет. Вот я один снес вот по тому роботу дамаг нанес. Ну, до этого момента, когда его там расхреначили. Что ж, начинаем. Попробуем, значит, пробуем залпами пострелять. Вот такими залпами. Так, позаливали мы немного залпами. Нормально они заливают. Не скажу, что ужасно прям. Вот. Вообще, зенит на Фьюри — это очень хорошая штука, я скажу. Очень хорошая штука. Заливают прям вообще в тему и еще раз в тему. Сейчас... Вот сборки, которые мне понравились, это Неншорн. И Зенит. Это на данный момент, который мы сейчас испытываем. Вот так мне, также мне, конечно же, нравится и
Этот Зевс, ну, сборка со Зевсами. Но я пока что ее сюда не беру, потому что мы ее еще пока не испытывали. Так, погнали, сейчас попробуем позаливать вот этим. Вот на этого робота попробуем сейчас. Я уж не знаю, что за робот там. Ну да, конечно, заливает он так нормально. Я скажу, неплохо, очень неплохо. Давайте поможем им немножечко. Так, ну, в принципе, блин, все мимо полетело. Абсолютно. В принципе, пока счет 6-6, да еще и с условием того, что я на зенитах, очень хорошая сборка. Советую всем. Залив прям идет жесткий, хоть я не помню сегодня, ну, в этом бою я уничтожил роботов или нет, по-моему, нет. Нет, не уничтожил. Но залив идет жесткий, я скажу. Дамаг мы наносим. Вот. Дамаг наносим. Хорошенький. Так, надо подойти поближе, а то что-то мы ушли вообще из зоны. Так, будем заливать вот этого вот чела. Так, 11-7. Я скажу, сборочка очень топовая, очень топовая. Она неплохая, очень даже неплохая. Но мне она нравится. Вот Зенита на Фьюри мне очень нравится. Но все же я предпочитаю Зевса. Зенит это для дальнобойщиков. Ну, те вот, кому нравится дальнобойное оружие. Ну, а мне нравится. Ну, мне вообще тоже, в принципе, нравится, но все же мне больше нравится. Ну, вот. Зевса. Не знаю почему. Вот. Но они мне очень нравятся. Но от этих тоже нельзя отказываться, от зенитов на Фьюри. Очень хорошая сборка. У кого есть Фьюри, обязательно советую. Попробуйте хоть один раз. Если вы пробовали на каких-то там тест-серверах, попробуйте в реальном бою с реальным роботом, который реально у вас стоит в ангаре. Просто чисто пофаниться. Посмотреть, что будет. Так, не долетают, не долетают пока. Попробую сейчас позаливать отсюда вот. Он там. А, все, на меня идет, походу. Так, ой-ой-ой, на меня идет. На меня брат идет. Брат на меня идет. Постараюсь, видать, захотел, идет на меня. Нет-нет-нет. Нет, нет, нет. Все, начинаем залив. Не, здесь все уже.
Не, здесь я уже, считай, ничего не сделаю, он меня сейчас уничтожает и все. Но здесь реально без вариантов уже. Ну что, начинаем. Сейчас берем и заливаем их. Просто потихонечку заливаем. Одного робота я солью на... Ну, одного робота слил. Одного слил. Приступаем ко второму. А, вот мне сейчас помогут здесь. А мне помогать не надо, я его один затащил. Так, 18-15, 2 минуты осталось. Жесткий, конечно, очень жесткий бой. Потому что... Ну, он не жесткий, он слабенький, наоборот, очень. Потому что очень долго длится, очень долго. И вот, ну, нереально долго длится. Вот. К тому же я был на дальнобойном оружии. Точнее, вооружении, скажем так. Так, там меня Зевса будут так и дал, это, дал, так и долбашить, поэтому... Ну, я бы сказал по-другому, но... Не позволяет, не лексика моя говорить. Блин, кстати, хотел бабусю скачать, Дуську. Ну вот, которая вот. Буська, там, говорят, обновление вышло с машиной, с гаражом. И дробовиком. Надо посмотреть будет. Вот. Надо будет все же эту игру пройти, Гренни. Пусть она страшная, но все же ее нужно будет пройти. Я поставлю перед собой цель, мне нужно будет эту игру пройти. То это будет то же самое, что и с Нацелотом. Я поставил перед собой цель в самом начале игры, вот когда эта игра вышла, в тот же год, когда там в 2016 вышла. Я начал в нее играть в тот же год, абсолютно в тот же год. Но не знаю, куда она вышла, по-моему, в 2016, да. Вот. Я просто в тот же момент начал в нее играть. И когда я начал в нее играть, я себе сказал, когда-то я куплю. Но когда-то я вот куплю. Ланселота. Пусть не сейчас, но когда-то я куплю его точно. И сейчас я купил Ланселота. Но это произошло не сейчас. Короче, ладно, неважно. Я поменяю сборочку и оповещу вас. Погнали, сыграем, ребят, последний бой на фуре на Зевсах. И в конце этого видеоролика, а он длится уже полчаса, то есть с перерывами на смену оружия, я расскажу, то есть подведем итоги из сегодняшних вооружений, какое самое лучшее на Фьюре. Сейчас у нас мы последним, ну, то есть тестим последнее вооружение на сегодня. Это Фьюри с Зевсами. Монтировать этот видеоролик я не буду. Но главное это суть ролика. Главное объяснить и посоветовать лучшее вооружение на данного робота Фьюри. Надо будет записать еще отдельно сборочки на... На что сборочки можно написать? Однообразные роботы какие есть, кроме гепардов и всяких таких. Ну, Ланселот!
На Ланцелот есть две сборочки, которые лезут у меня пока что. Пока что лезут у меня. Ну, может, даже не две. Не знаю. Ну, несколько сборочек есть на Ланцелота. В том числе и... Не, ну, так-то Фьюри вот на Зевсах, вот сколько я ей играю, очень хороший робот. Ну, я сам лично вообще хз по поводу чем я сейчас говорил. А, вот, все вспомнил. Я лично хз по поводу того, что ну, то есть какой робот, а точнее, какое вооружение лучше на Ланцелота одевать. Но у меня пока Ансель. Вот. Мне кажется, что без Анселя, та же самая кастрюля, Ланцелот просто ничто. Ланцелоты на изи могут развалить любые ракетные орудия. Те же самые Афиды. И все-все-все. Просто. Поэтому арканы, пенаты, афиды, вортексы, термиты и все в этом роде. Эксодус тем более, если он разваливает Лео и всяких других роботов с физическими и с энергетическими щитами, прокачанные на 12 МК2, ну на 10 уровень максимум, просто. Ну это просто нереально, я скажу, мощь у Эксодус. Пусть, ну, оружие, конечно, очень крутое. Я сам еще не играл, но я и не буду им уже играть, потому что это оружие тестирование очень давно. Вот. Его тестировали давно, но ввели недавно. Вот, поэтому как-то так, что там? Выделываешься, скажем так. Ну, не знаю. Но меня напрягает сборочка с Ланцелотом. Ну, то есть я видел сборочку одну с Ланцелотом по... это, ну, типа... Типа дальнобойный, там один ДМПС, два молота. Вот. Не, опять не добью его, не добью. А, не добью. Трипла. Так бы не было триплы. Ну, надо будет все-таки проверить. Но я проверял так чисто по фану, тестил без видео. Ну, не очень, конечно, зашла. Она, скажу точно, вообще не зашла. Вообще эта сборочка не зашла. Если раньше она в частном бою заходила, сейчас на 12 уровне, сейчас она вообще ни хера не заходит. По крайней мере, когда я ее собирала, она вообще ни хрена не заходит. Или, может быть, просто я не умею играть. Либо она ни хрена не заходит, либо я не умею играть. Что-то из этого. И чё ты не стреляешь? Ну вот хоть сейчас. Я говорю, вот на изи разбирает просто Ланцелота. Любой робот на ракетном оружии разбирает на изи Ланцелота. Вот. Все, на изи. Даже с Анселем. Ансель, вот, он вообще... Для арканов... Ансель это просто ничто. Это как бы это не помеха, это как будто бы это как будто бы кусочек листика, просто кусочек маленького листика, который на изи может смести любая пылинка просто. Вот это и есть для аркана вот такая вот штука. Вот они, два ланцелота бегают. У них нет Анселя. Пусть у них там будет Тандер. Но я, конечно, понимаю, если на ланцелоте не будет Анселя,
Он будет с двумя таранами. Ну и с Редмиром. Или даже с Эмбером. Ну, Редмир или Эмбер. Вот. То это уж, конечно же, будет. Будет уже что-то. И также еще будет Зевс. Зевс и два. Что там? Зевс. Вот так же и говорю, если будет Зевс и два этих. Две плети, я думаю, тоже будет достаточно хорошая сборка. Вот. Поэтому еще пока Спарк не тестили. Спарк это такая штучка. Стоит поиграть. Не, сегодня я не успею этот супергру добить, но ничего страшного. Смириться надо. Ну, блин, жалко, что до супер игры не дошел. Остается совсем немного. Просто. Не знаю. Ну ладно, короче, видеоролик и так затянулся. 36 минут 12 секунд. Вы что? Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно ставьте лайки. Монтировать я его не буду, поэтому... Ну, то есть вот сзади такую штучку не буду вставлять в конце видео. Типа, подписывайтесь, ставьте лайк. Вот. И говорю, поэтому сейчас, да я всегда говорю. Просто подпишитесь, пожалуйста, на канал и поставьте лайк. Вам легко, а мне приятно. То есть вам это займет 3 секунды, ровно 3 секунды. Подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк. Но на колокольчик нажимать не обязательно, это уже я вас делать не заставляю. Вот. Я просто... У многих людей бывает такое, что, например, он ставит на колокольчик, нажимает, типа, чтобы оповещалки были. Вот. И когда ему не надо, постоянно приходит это. Поэтому, если вы хотите, то ставьте колокольчик. Нажимайте на колокольчик. Но вот пальцы вверх и подписаться, это однозначно. Ну хоть пальцы вверх поставьте. Ладно, всем удачи и всем пока, ребят.